С самого начала было очевидно, что нет никакого умысла. Если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. Якобы глава государства имел в виду именно ваше дело и таким образом как бы за вас заступался. Если бы глава государства имел бы в виду меня, на следующий день это дело было бы прекращено. Глава государства, я полагаю, именно говорил об этом, что зачастую ошибки, а даже иногда не ошибки, а стремление госслужащих решить сложные проблемы потом выдаются за умысел, как и произошло в моем деле.